Друзья, всем привет! Сегодня мне захотелось приготовить себе и заодно показать вам рецепт одного из моих самых любимых салатов. В его состав входит очень популярный продукт среди спортсменов и приверженцев здорового питания. Он также считается суперфудом. Необычный вкус этого продукта вступает в очень интересный симбиоз с другими ингредиентами этого салата. Попробовав один раз такое сочетание, теперь мне хочется воссоздавать его вновь и вновь. Я надеюсь, что он понравится и вам. Меня зовут Дмитрий Благодаров, вы на моей кухне, где я показываю рецепты исключительно полезных блюд. Не будем затягивать, приступим к готовке. Поехали! Начну я, пожалуй, с помидоров. Чтобы салат был более нежный, я сниму с них кожицу. На томате сделаю вот такие крестообразные надрезы, потом переложу их, например, в такой ковш и залью кипятком. Подожду одну минутку, солью воду. Теперь кожица, как видите, снимается очень легко, практически сама. Томаты я порежу довольно крупно. Разрежу помидорку пополам, вырежу место крепления ветки, половинки тоже пополам и четвертинки разделю на три части. Перекладываем нарезанные помидоры, например, в такой тазик. Так, и сразу же сюда я положу рукколу. Если она вам не нравится, можете положить любую другую зелень. Я положу побольше. Много зелени, как говорится, не бывает. Также в этот салат очень хорошо заходит чеснок. Одного зубчика будет достаточно, он нужен чисто для аромата. Потру я его на мелкой терке и тоже закину в таз. Ну и теперь главный ингредиент этого фитнес-салата – это авокадо. При выборе ищите вот такое мягкое, оно точно будет спелое и легче почиститься. Сейчас покажу, как это сделать. Надрезаем плод со стороны крепления ветки, пока не упремся в косточку. И проворачиваем нож по косточке, пока все авокадо не будет разрезано пополам. Отделяем две половинки друг от друга и вытаскиваем косточку. Для этого втыкаем в нее пятку ножа, это вот это место. И слегка проворачивая, вытаскиваем. И теперь, либо ножом, как с картошки, счищаем кожу с авокадо. Либо отделяем мякоть от кожи ложкой. Вот так. Все, авокадо почищено. Разделю половинки еще пополам и каждую четвертинку порежу на 4 части. И переложу тоже в тазик. Теперь солим по вкусу и добавляем растительное масло. На мой вкус лучше всего сюда идет оливковое. Его я и добавлю. Немного, максимум 1 столовую ложку. Так как авокадо тоже жирное, а то салат будет очень калорийным. И теперь перемешиваем все как следует. Вот и все. Салатик готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Ну а если нет, подписывайтесь на канал, ведь помогут понравиться следующие рецепты или те, которые уже есть на моем канале. Ну а с вами был я, Дмитрий Благодаров. Кушайте проще. До скорых встреч. Пока.